Желает успеха, Макс ехал. Вот, получил посылочку от злого гуманиста. Вот, цена 38 гривен. Знаете, 500 гривен, 38 от гривен цена. Так, смотрим. Делаем аутопсию в Примайс. Тут должна быть обскуря. Гольготс, альбом обскуря и и Unleashed Victory. Как раз то, что мне нужно, альбомчики. Они должны быть запечатанными. Запаковано отлично. Кочиком таким. О! Ну это херня, да, улетела. Надо было еще сюда одну положить, конечно. Болтались они. Ну, что ж. Запаковано хорошо. Сейчас будем делать вскрытие. Вскрытие будем делать вот так вот. Вот. Ищем слабое место. По шву между дисками. И все. Легче простого. Надо еще и так, наверное, сделать. Блин, это... А, музычка моя играет, да. В XCWD. Родослов на вокальчике. Основное дисмал на барабанах. Остальное все я. Программы. О, супер-пупер. О, офигеть. О. О, все запечатано. Это сюда прячем, пригодится кому-то что-то отправлять. Не вопрос, отправим. Так, теперь это надо вскрывать, да? О! Супер! Victory Unleashed Century Media. Конечно, не первого прессы. И Century Media Obscura. О, мой любимый альбом Obscura. Golgots. Сила. Ну, начнем. Чего? С Golgots. Блин. Забыл, как их вскрывать. Тут где-то ж есть этот самый. Линия где-то тут же есть. Надрезочка какая там. Или вот так вот. Можно и так скрыть, какая она хранится. Я, честно говоря, редко запечатанные беру, поэтому надо приловчиться. О! О! Открываем. Ах, как они пахнут, а! Как девственница, ёптель, блин. Это ж не классно. Ну, нахуй этот форум, блядь, покупать на нем. Там люди припизденные, блядь. Легче заказывать
запечатанные диски, блин. В коллекцию, это не на продажу. Шик. Реклама. Да, если бы еще футболки поставлялись к дискам, было бы вообще супер. Коробочка классная. О, диск черный, охренеть. Классно. О, видал, черный диск. У меня такой Мардук есть. Pestilence Kill. О, буклет тут вообще бомбовый. Класс, а никто этого не касался. Это самый класс. Ну, теперь можно продавать много чего из того, что у меня есть, потому что это тут было как заменитель для этого. А болванка у меня есть, да, кстати, с первопресса, написанная в 2000 там каком-то году, блин, как только альбом вышел. О. Так, это разобрали. А это логотип моей банды тоже на парит. Так, блин, коробка, ну, ничего, более-менее нормально. Так. Это она так звук такой странный издала. Ага. Ну, не нормально все вроде. Ну, тоже коробки не ахти, блин, видно. Ладно, поменяем, если что. Не проблема. Главное, что диск целенький, с не царапанный. Так, сейчас посмотрим, малыш. Тоже у меня есть все альбомы, те, что мне нравятся, самые такие забойные. Я не собираю все подряд, а некоторые есть люди там любят собирать там. Малыш, там весь, блин, то и все. Это то, что слушаю, вот, собираю. Вот, как я продемонстрирую свою коллекцию, там, малыш, да. Ой, блин, да, коробки, конечно, говёные что-то, да. Так, а это... Вряд ли, наверное, черный, это обычная, да, болванка. Хорошо сделано. Вот. Тоже реклама. Понятное дело. Эх, как пахнет, а? Как девственница, блин. О, вообще классно сделано. Классная ж вещь, когда, блин, никто этого не касался, никто это не юзал, никто не, на это не дышал. Прямо с завода, блин. О. Фотка тех времен еще, блин. О. Класс. Запечатанная. Ну, шикарно сделано. Ну, вот так это делаем, так раз, все. Ну вот. Коробки, конечно, говноватые какие-то, блин. Что можно сказать. Рекламка тоже пригодится. Виктори. Ну вот, все, лыж я уже никакой не ищу. Есть все, что мне надо. Все, что я слушаю постоянно. Вот, все альбомы есть. Вот, и этот еще вот, коллекцию. Тут еще и бонусы. Вот, блин, ну, бонусы, конечно. Лиф. Нахер он нужен, этот лиф? Вот, не люблю, вот, честно говоря, с бонусами не драскиваю. Вот, ну это тема, да, это шедевральный альбом, я считаю. Ну все, всем пока-пока.